Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Крейселбург. И сегодня у нас на обзоре моделька от компании Carello. В наших магазинах это новинка, модель Nero. В первую очередь, что следует заметить, что здесь реально глубокий капор. Ты что? Вот так вот отстегиваешь, понимаешь, он сам падает. Медленно. Вот так вот. Соответственно, глубокий капор. Если это скомбинировать с накидкой на ножки, вот, это получается реально must-have. То есть, получается, крепится она за раму, вот таким вот образом, на клепках на обычных. Господи. Да, не сильно. И руки прямые. Соответственно, она на кнопках и на замке, очень удобно снять, а здесь и тому подобное. Закрываем, и ребенка практически, ну, любая непогода не страшит вообще. Вот. Также пропитка от ультрафиолетового материала, коляски присутствуют. Внутреннее положение здесь небольшое, как для компактной коляски путешественного формата. Перемычки, то есть защита от соскальзывания здесь отсутствует, поэтому ребенка придется пристегивать на пятиточные ремни, либо просто опоясывать, они, ну, можно просто верхние убрать. Вот. Бампер здесь отстегивается с помощью внутренней кнопки, кнопка находится вот здесь, прямо внутри каркаса, то есть открываем и, соответственно, мы ее воротим, как хотим. Опоясывать, ты как дед говоришь, опоясывать. Опоясывать. Подножка регулируется с помощью центральной клавиши, здесь она спрятана, нажимаем ее и опускаем. Вот, соответственно, это нужно знать, потому что мы долго искали, где она находится. Колеса задние и передние фиксируются, от поворота, то есть опускается флажок вниз вот таким вот образом, и колесо, соответственно, встает в стопор. Обратно поворачиваемся. Задняя шасси, она сделана повыше, чтобы мы не запинались при активной ходьбе. Стопор сделан одной кнопкой, то есть все, они фиксируются. Вот. Спинка здесь сделана ремешковой системой, то есть поднимаем за центральную ремень. Соответственно, спуск идет вот таким вот образом, то есть мы рычаг тянем вверх и опускаем. Что касаемо веса коляски, она около 8 килограмм, она не тяжелая, но у нее самое крутое — это складывание. Проветривание здесь реализовано с помощью задней спинки, то есть вот такого формата, мелко перфорированная, кстати, очень классно рассеивает свет. Вот. Складывание. Крутое. Крутое складывание. То есть все это делается прям максимально круто. Смотри. Хоп. Торфит. С вами был Крейселбург. Всего доброго. Вот, классно складывается коляска. Если нужно габаритов еще поменьше, мы убираем бампер. Убирается он с двух сторон, опять же, по кнопкам здесь. То есть, и, соответственно, все. Ее можно перекатывать вот таким вот образом. То есть, очень удобно. Разложить ее нужно, вытянуть стопор. И все в обратном порядке. Раз и два. Все, коляска разложена. Реально классная коляска для межсезонных путешествий. То есть, весна, осень, лето. Может и зимой даже пройти спокойно, ну, в зависимости от погодных условий. Большая корзина для покупок. Доступ есть что спереди, что сзади, даже когда спинка опущена. Все. Все, что хотели сказать про коляску, мы сказали. Классная коляска, покупайте именно ее в Крейселбурге. Да, у нас доставка по всей России присутствует. А, кстати, она сейчас бесплатная. Спросить можете у менеджеров более подробную информацию. По городу бесплатная доставка и большой выбор товаров для детей. Всем пока и безопасных дорог.